Привет, любимая команда! Сегодня записываю видео отчет, как я работаю в Одноклассниках, как я рекрутирую, сколько у меня страничек, какие действия делаю на страничках, какая активность вообще. Для того, чтобы вы могли понимать, да, что нужно делать для того, чтобы у вас появлялись новые партнеры. Вот, сейчас нахожусь на своей основной страничке личной для коллег и друзей. Покажу, как у меня оформлена лента. То есть моя личная страничка, на которую я добавляю всех знакомых, новичков, друзей, родственников. То есть всех-всех-всех я добавляю на эту страничку. Она у меня личная, брендовая страничка. Сейчас обновлю. Запись немножечко тормозит интернет, поэтому прошу терпения, да, пока страничка будет загружаться. Немножечко скажу о том, что со своей основной странички веду группу также. Я по удаленной работе. Сейчас тоже вам ее покажу. Так, вот страничка загрузилась. Но, к сожалению, лента друзей. Так, сейчас мне бы нужно свою ленту загрузить. Вот здесь у меня фотографии последние отображаются, которые я добавляла. Здесь вот, вот кто друзья добавился, вот это я на крестик вот здесь нажимаю, чтобы из ленты это убрать, чтобы не видно было, что у меня друзья добавляются. Делаю перепост из своей группы. Вот у меня группа «Удаленная работа, свой бизнес». Там оставляю различные посты и делюсь на своей личной страничке. Сейчас дальше расскажу, как это, каким это образом. Также вот с телефона захожу в бизнес-предложение Oriflame, делаю скриншот, отправляю на личную страничку. Что здесь еще? Также делюсь здесь выгодными предложениями каталога. То есть, ну, все мои друзья, все мои родственники, консультанты, они в любом случае знают, чем я занимаюсь, да, и в любом случае для них эта информация, возможно, будет интересна. Ну, не постоянно одна вот информация там про продукт или про бизнес, да, ну, миксую другой информации мотивационного плана. Здесь же поздравляшки, поздравления команды, поздравления своей команды. Так, ну, часто попытается, конечно, про конференцию, здесь информация. Ну, то есть, если человек даже посторонний заходит, он понимает, чем я занимаюсь, куда я приглашаю, что я приглашаю на бизнес, да. Красота и бизнес с Oriflame. Компания понятна какая. То есть, страничка открытая. Информация открытая на личной страничке, страничка брендовая, можно сказать. Здесь же я добавляю свои личные фотографии. Так, сейчас посмотрим фотоальбом. Фотоальбомы. Фото вот у меня здесь 692 друга на этой страничке. Фото. Фотографии, значит, здесь есть личные фотографии, разные, с мобильного телефона, бизнес-возможности, мечтульки, вот, фотоальбомчики семейные. Вот 17 декабря, это вот мы ездили на мероприятие в Новосибирск. Гиф и доченька, то есть рисуночки, еще есть альбомчики. Ну, то есть достаточно много таких вот фотографии, которые тоже миксую. Если человек, допустим, где-то увидел фотографию, пошел смотреть дальше, он попадет, соответственно, на рабочие фотографии, то есть на фотографии команды, либо на дневник успеха, либо на бизнес фото. То есть в любом случае попадет на какие-то фотографии, может дальше посмотреть. Фотографии стараюсь добавлять ежедневно. Дальше группы.
группы добавляю разные тоже. Для чего? Для того, чтобы именно трафик на свою личную страничку тоже создать. Когда добавляешься в группу, в любую группу, то в участниках на самом верху оказываешься, на самом верху, что новичок. И когда люди смотрят участников, да, они видят там, ну, что новый участник в группе появился, и заходят обычно на страничку посмотреть. Ну и у меня своя группа есть. Удаленная работа есть группа. Есть группа «Команда дай себе шанс». То есть это моя команда, для моей команды группа. Раньше вот не было возможности в один чат всех собирать, да, и собирала всех в группу. Сейчас в группу, в принципе, уже особо активно не работаю группой, но все равно туда вот помещаю. Вчера был вебинар, туда разместила информацию про вебинар. Какая-то новость от компании, перепост делаю в группу. Вот таким образом. Также приглашаю туда своих новичков. Так, пригласить друзей. Вот здесь есть функция, да. Смотрю, кто в моей команде. И приглашаю новичков. То есть смотрю, вот в моей команде. Всех, кто в моей команде, приглашаю. У некоторых коллег по несколько страничек все добавляются в друзья. Тоже добавляю в команду, чтобы из других страничек можно было информацию видеть. Потому что как бы чат, он все равно не бесконечный. Все равно чат будем, ну, новые чаты открывать. Старые как бы в таком случае просто забываются чаты. И уже информацию партнерам негде черпать. А если он еще и в группе состоит, то понятно, что, ну, хотя бы в группе информацию будет получать. Ну вот, добавила немножечко людей в группу. Много не приглашаю за раз, потому что в группу добавить можно 40 человек в день. Но если добавлять до лимита, то лимиты уменьшают одноклассники, модераторы. Лимиты уменьшают, и в таком случае просто потом невозможно добавить много. Также вот у меня группа «Удаленная работа». Работа удаленная, группа, вот в ней я работаю активно. Вообще у меня в планах через эту группу рекрутировать, именно чтобы пошел поток регистраций. Что я сделала для этого? Ну, во-первых, я группу в описании группы сразу указала ссылочку на свой сайт, куда можно зайти, почитать подробную информацию и нажать кнопочку регистрации, пройти регистрацию в команду. Вот, далее здесь у меня закреплена запись. Вот можно открепить, закрепить запись вот такой скрепочкой. Да. Добро пожаловать, пригласите друзей, пожалуйста. Человек заходит в группу, сразу первым, что он видит, это вот эта запись. То есть он может пригласить друзей. Группа у меня открытая, то есть, как вы видите, замочка на ней нет, значит, все могут заходить. И вот на сегодняшний день у меня 925 участников группы. Планирую, чтобы группа у меня, ну, была более 10 тысяч участников, то есть раскручиваю ее с целью, чтобы как можно больше участников. Почему? Потому что когда люди у меня страниц, кроме рабочей, еще 20 страниц, кроме основной страницы, у меня еще 20 рабочих страниц. И на всех страничках, я вот посмотрите, адрес группы взяла, я его скопировала. И на всех страничках я в эту группу добавляю. То есть вот у меня в Google Chrome, в браузере Google Chrome, у меня рабочие странички. 20 рабочих страничек. С них я работаю,
из каждой странички я добавилась в группу, чтобы приглашать в группу новых партнеров, новых участников. Сейчас, секундочку, браузер откроется, загрузится страничка. И далее покажу, что делаю дальше. Так, вот браузер у меня загрузился. Почему в Google Chrome можно сразу несколько страничек открыть, здесь добавить пользователей и не выходить со странички, постоянно не вбивать логин, пароль. Вот у меня открылась страничка в Одноклассниках рабочая. Добавляю вкладочку. Здесь вставляю адрес группы. Группа появилась. Ну, здесь я уже участник, то есть я уже добавилась к этой страничке. Поэтому добавляться я здесь не буду. Что я дальше делаю? Мне нужно в эту группу пригласить друзей. Вот у меня страничка, значит, рабочая есть. Сейчас я, мне нужно, нужны люди, которые сейчас на сайте. Это у меня страничка привязана к городу Пенза. Каждую страничку я привязываю к определенному городу. Чтобы не повторять уже сообщения с разных страничек, одним и тем же людям не повторяться, получается, ну, кому отправили сообщение, кого добавили в группу, мы видим уже этого человека, что у него либо сообщение висит, либо он уже в группе, либо приглашение уже отправлено. Ну, повторно уже не будем приглашать с одного города. Вот. Вот нажимаю закладки, чтобы мне быстро выйти. Раньше вот здесь вот у меня появлялось люди на сайте, сейчас почему-то вот, ну вот выходит иногда. Вот. Дальше вот. Сейчас на сайте нажимаю. Выбираю возраст. Возраст выбираю всегда вот от 25 до 50 лет. Галочку с мужчин снимаю, мужчин я не приглашаю. И вот у меня появились люди, которые на сайте, женщины в возрасте от 25 до 50 лет. Что дальше делаю? Навожу на пользователя, и здесь есть пригласить в группу. То есть я не нажимаю, а просто навожу на пользователя. И вот у меня группа открывается, я на нее нажимаю, приглашение отправлено. Дальше, следующий, также пригласить в группу. Пользователь не принимает приглашение в группу, значит, не приглашаем. Следующего приглашаем. И таким образом приглашаю с одной странички всегда разное количество. То есть, ну, примерно от 20 до 40. То есть можно пригласить 20 человек, можно пригласить 30, 35, 40. То есть, ну, не важно сколько, но главное, что каждый раз приглашаю разное количество. Почему? Так, еще одного пригласим в группу. Почему разное? Потому что есть такой момент, что модераторы, они прослеживают активность на страничках. Ну, я так думаю, что, скорее всего, это делает система, да, и если мы делаем одни и те же действия, например, приглашаем в группу, вот смотрите, нажимаю сюда, пригласить в группу, и вот здесь вот есть просмотреть код. Если мы его нажмем, этот код, у нас открывается вот такое окошечко и загружается код. Код именно этого действия, как пригласить в группу. Так вот, система, я так думаю, что она вот эти вот коды все просто-напросто прослеживает.
если мы делаем одни и те же действия каждый день с одной странички, вот, ну, допустим, у вас 10 страничек, и вы каждый день с каждой странички приглашаете по 40 человек в группу, да, и у вас вот этот код, представляете, на своей страничке 40 раз повторяется каждый день на каждой страничке. Модераторы просто это прослеживают и блокируют страничку. То есть блокируют, думают, что робот работает, да, человек, и блокируют за то, что, ну, как за спам. Я думаю, что понятно, да, поэтому действия разные, то есть вот пригласила в группу, например, несколько человек пригласила в группу. И что делаю еще? Как еще рекрутирую? Так, ну вот когда пригласила в группу, если человек добавился, вот здесь в оповещениях будет видно, что человек добавился в группу. Ну вот сейчас никто еще не добавился, нет оповещений. Обычно вот как друзья, как приглашают дружить, и также написано, что этот человек добавился в вашу группу «Удаленная работа». Если человек добавился в группу «Удаленная работа», я ему пишу уже, отправляю сообщение. У меня есть сообщение. Ну, сейчас покажу, какое сообщение я отправляю. Допустим, человек... А, да, вот. Девушка добавилась в группу. Вчера я ей ответила. Сообщение такое: «Здравствуйте, рада видеть вас на страничке своей группы. Возможно, вам интересна тема работы в интернете удаленно. Требование наличия интернета максимум 3 часа в день в любое удобное время, без вложений, обучение бесплатно, онлайн, работа официальная, все легально. Если хотите узнать подробно, напишите мне «да». Смотрите, человек прочитал и не ответил. Но ничего страшного, девушка, вот она у меня и в группу добавилась, и в друзья добавилась. А дальше она все равно будет у себя в ленте видеть информацию. И когда... Ну, как люди почему молчат или говорят «нет», ну, просто в Одноклассниках люди совершенно не ждут нас с нашим предложением, да, они здесь развлекаются, они здесь играют в игры, общаются с друзьями, ну, не зарабатывать регистрируются в Одноклассники люди. Понятное дело, что с первого раза никто может и не откликнуться. Но есть люди, которые просто уже готовы к нашему предложению. То есть, либо им уже не раз предлагали, давали информацию, им интересно. И главное, что они уже готовы присоединиться. И наша с вами задача просто в этот момент стать именно между этим человеком и возможностями. То есть, стать проводником этому человеку к нашим бизнес-возможностям. Потому что человек уже готов присоединиться, и мы его просто в этот момент ему даем сообщение, попадаем в тот момент, который нужно, да, и получается, что у нас идут отклики, то есть люди хотят регистрироваться в нашу команду, присоединяются. Просто подошел момент, когда человек уже созрел для этого. Еще не факт, конечно, что он будет работать сразу. Возможно, у него будут вопросы, возражения, которые затормозят его деятельность на некоторое время. Но в любое время он также может включиться в активную работу. То есть до каждого момента нужно человеку созреть. Как до регистрации, также и до активной фазы в работе, также до принятия решения строить свой бизнес и быть хозяином своего бизнеса. Вот. Ну, не буду отступать от темы. Что дальше? Вот, друзья, я пригласила, да. Также я работаю первыми сообщениями. То есть, вот люди, которые сейчас на сайте, я им отправляю первые сообщения. Таким же образом, то есть, люди, которые на сайте, выбрала женщина от 25 до 50, нажимаю просто написать сообщение. И у меня заготовлена специальная картинка, которой я пользуюсь на протяжении уже достаточно долгого времени.
Я делаю скриншот этой картиночки. Сейчас мы ее найдем. Информации много, сразу прям быстро так не найти. Так, сейчас удалю лишние картинки, чтобы не мешали. Так, лишние удалила картиночки. Ну, вот такая вот у меня картинка. Что нужно сделать, прежде чем отправлять? Я делаю скриншот картинки этой. То есть я не на эту картинку отправляю, а скриншот этой картинки. Ну, можно таким образом сделать скриншот. Если у вас скачан Яндекс.Диск, то таким образом скриншот. Если нет, то другим образом. Тут возможности сделать скриншот много разные. Вот я такой пользуюсь. Все, сделала скриншот, предыдущую картинку удаляю, чтобы она у меня не мешалась. Да. Все. У меня остается только скриншот. Вот. То есть я его добавляю в сообщение. А, здесь можно обратиться по имени. Пишу Нина. Восклицательным знаком, то есть обращаюсь к человеку по имени. Ну, это более лояльно тогда просматривать сообщение, да, может больше возможности, больше ответят. Ну и также сообщение постоянно новое. Так вот немножко не очень интересно выглядит, но тем не менее. Сообщением всегда пользуюсь одним. Ну и следующему человеку также. Вот не повторяю я одно сообщение больше 5 раз. То есть скриншот меняю. Ну, 5 картинок отправила, делаю новый скриншот, чтобы не повторялись. Вот. Хотя смотрите, вот здесь вот не видно, да, что я отправила сообщение. Ну, сейчас проверим, висит ли сообщение. В последнее время очень часто стали удалять сообщения на многих страничках. Вот отправила сообщение человеку, здесь не видно, что оно отправлено, да, ну а тут оно висит. А вот вчера отправляла сообщение, а нет, это я не отправляла, это я хотела отправить сегодня. Вот вчера отправляла сообщение человеку, да. Так, смотрим еще, у него тоже вчера отправляла сообщение. Вот, удалили. Сообщение удалили. То есть не на всех страничках сообщение проходит. Хотя на некоторых проходит, все нормально. Вот. Раз не проходит, значит все, пока я оставляю момент. Вот, висит пока сообщение. И это висит. Вот. Ну, пока не буду. Значит, что еще, значит, еще добавляю в друзья. Можно добавить таким образом, то есть, ну, если человек сам просится в друзья, принимает, с входящими, конечно, работаю. Здесь можно посмотреть, добавить кого-то. Ну и сейчас вот я вот когда раскручивала страничку, я добавляла всех подряд, то есть всех добавляла, кто у меня друзья друзей. Вот. Сейчас у меня здесь 31 человек есть уже.
я уже начинаю выборочно добавлять друзья. То есть я захожу через вкладку «Найти новых друзей». Выбираю пол, опять же женский. Выбираю возраст. Можно, кстати, по дате рождения, чтобы одних и тех же друзей не добавлять, можно по дате рождения. Например, выбираю, что у человека будет там день рождения, например, сегодня 26-е, а 27-го, так, 26-е, но только не будет день рождения, а было. Ну, потому что если будет день рождения, ну, человеку, я так думаю, что ему не до бизнеса сейчас, да, то есть не январь выбираю, а декабрь, ну, чтобы не повторяться. Завтра, например, 27 декабря у кого день рождения. Также выбираю город Пенза. Вот, 801 человек найден. Можно еще выставить сейчас на сайте. Вот, сейчас на сайте. 20 человек всего лишь навсего. Вот, можно добавить некоторых из них. А тоже не открываю в новой вкладке страничку, просто нажимаю «Дружить». Вот, ну так, визуально смотрю. Ну, видно, что сейчас, наверное, скорее всего, тоже занимается каким-то бизнесом. Ну, обычно смотрю, обычные люди, да, такие совершенно не отличающиеся от других людей. Симпатичные, приятные. Добавляю друзья. Не так много, 6-7, ну, до 10, много не приглашаю, чтобы не было, опять же, большой активности. Вот. Ну и одноклассники не уменьшают лимиты, если приглашать немного. Ну, все достаточно, пригласила там 5-6-7 друзей, все, можно. Посмотрела там, кто в гости зашел, проверила свои оповещения. Вижу, кто в гостях был, да, кто там класс поставил. Ага, вот, пожалуйста, Светлана у меня написала здесь вот в оповещении. Зайдем на страничку Светланы. Беларусь. Ага, с Беларусью я не работаю, значит, напишу, извините, работаю по России. Запросили журнал по работе. И работаю. Так, по-моему, да?
чтобы не обнадеживать, да, человека, отправляю сообщение и в оповещениях, конечно же, в оповещениях просто вот ответить и конвертик отсылаю, что ответила на сообщение. Сама буду видеть, кому ответила на сообщение. И комментарии здесь добавляются, значит, другие люди могут... Куда-то делся у меня. Конвертик. Вот, люди будут видеть другие, что комментируют свое предложение, и тоже будут спрашивать. Ну, конечно же, сама Светлана поймет, почему я ее написала, да, потому что она оставила отклик. Так, ну вот так. А что еще я делаю на своих страничках? А еще выставляю праздники. Здесь есть такая кнопочка «Праздники». Добавить праздник. Сейчас сильно увлекаться не буду, потому что и так много действий на одной страничке. Вот эти действия я делаю с разных страничек. То есть на одной страничке пригласила в друзья, на другой страничке добавила в группу. На третьей страничке написала сообщение, на четвертой страничке праздники добавила. То есть одни и те же действия с одной странички не делаю. Я просто сейчас делаю действия, чтобы просто показать, какие именно действия. Поэтому хочу обратить на это внимание. Здесь вот работа онлайн. Пишу работа онлайн. Помощь трудоустройстве. Даже вот работу онлайн можно не писать, потому что, ну, во-первых, тут непонятно, да, какое трудоустройство, помощь трудоустройства, пишите в личку. Вот. И выставляю, так, сегодня у нас 26, значит, где-то 29. Вот, будет видно, что через 2 дня, там, через 3 дня ваш друг отмечает праздник. Вот, сохраняю этот праздник, и на весь февраль тоже я его, этот праздник, делаю, на весь февраль. Добавить праздник, опять же. Свой. Здесь вот он у меня уже сам высвечивается. Февраль. Сохранить. Опять добавить праздник. Добавить свой праздник. Опять же, праздник мы добавляем. Здесь мы меняем число, уже 4 ставим февраля, сохранить, опять добавить праздник, добавить свой праздник, повторяем, здесь уже 9 февраля. Ну, так на весь месяц. Ну, сейчас не буду тоже этого делать. Вот. Угу. Лана уже написала. Ну, очень жаль. Угу. Извините, очень жаль. Ну, ничего. Ладно. Так, итак. С праздниками разобрались. А дальше. Дальше идем. Так, группу мы пригласили, друзей мы добавили. Так, выведем праздник. Вот здесь вот праздники, мои праздники нажимаю.
Вот они мои праздники, можно их редактировать. То есть вот через 3 дня, 1 февраля, 4, 9. Вот, и таким образом праздники повторяются, вот один и тот же праздник. И его видно будет на страничках друзей. То есть теперь, чтобы, допустим, перейти на другую страничку, у меня все вот пользователи, все странички в Google Chrome. Чтобы перейти на другую страничку, мне достаточно вот эту вот вверху в правом верхнем углу нажать название города, в котором у меня пользователь, и сменить. То есть вот здесь сейчас у меня Прокопьевск, Абакан меняю, например, вот, и перехожу на другую страничку. Эту страничку, значит, я, на которой была, я ее закрываю и остаюсь на другой страничке, на страничке с Абаканом. Вот, как добавить пользователя? Это очень просто. А, вот здесь вот есть, так, вот здесь у меня, наверное, скорее всего, тоже заблокировали за активность. Страничку вчера работала очень активно в Одноклассниках. Да, нужно будет восстанавливать. Ставим пока ее. Попробуем другую страничку открыть. Рабочие странички — это, в принципе, расходный материал, поэтому странички блокируют иногда, такое бывает. Вот тоже, пожалуйста, страничку заблокировали. Почему-то даже номер пароля не осталось сохраненным. Так, ладно, попробуем перевести страничку. Тоже, наверное, все странички заблокировали. Поработала вчера очень активно. Да, эту страничку тоже заблокировали. Ничего страшного, у нас есть возможность восстановить странички. В следующем видео я покажу, как я восстанавливаю странички. Какую-нибудь страничку. Ну, три странички на ваших глазах, видите, да, три странички заблокировали за вчерашнюю активную работу. Ну, вот эта вот страничка тоже заблокирована. Так, ну что, вот вы видите, первая страничка, которая не заблокирована за работу, за активную, да? Хотя я на ней тоже вчера работала. Просто какие-то другие действия делала. Так, то есть видели, да, как страничка, как переходить со странички на страничку. Просто переключаем пользователя. Как этих пользователей создавать? А вот здесь вот есть три полосочки. Нажимаем на них. Нажимаем настройки. И вот здесь вот все мои пользователи. Дальше вот нажимаем добавить пользователя. А здесь вот я выбираю город. Например, Уфа. И выбираю значок какой-нибудь. Вот здесь вот, когда мало пользователей, нужно вот здесь галочку снимать, создать ярлык для этого профиля на рабочем столе. Но так как у меня пользователей много, и все они вот здесь вот уже у меня не открываются, то есть я их всех не вижу, поэтому я вот этот вот значочек, я его оставляю,
и нажимаю добавить. И у меня на рабочем столе появляется ярлык. Я могу с рабочего стола заходить на нового пользователя. А что теперь мне нужно сделать? Мне нужно здесь открыть новую страничку в Одноклассниках. Для этого сейчас вот мы зайдем на сайт Одноклассники. Так, вот появилось окошечко вот такое, что войти в Google Chrome, вход в Chrome, найти аккаунт. Я не захожу сюда, нажимаю вот здесь вот «Нет, спасибо», и далее я пишу уже «Одноклассники». Одноклассники. Так, вот захожу на сайт Одноклассники. Вот, закрепляю вкладочку, чтобы мне сразу попадать на эту страничку. И после этого либо регистрация, либо вход на страничку. Вот, закрываю сейчас страничку. И вот, чтобы мне зайти на страничку, нужно просто на рабочем столе сейчас вот я найду этого пользователя. Он у меня уже на рабочем столе. Так, вот у меня пользователь Уфа. То, что я сейчас сделала, я просто на него нажимаю на рабочем столе. И у меня здесь появляется, открывается именно этот пользователь. Вот он, Уфа обозначен. Сразу открывается сайт Одноклассники. И я могу зайти на свою страничку, сохранить пароль. И мне не нужно будет выходить уже со странички. Постоянно буду уже на этот аккаунт заходить. И все. На сегодня достаточно информации. Если какие-то вопросы появились, пишите внизу в комментариях под видео. И я, конечно же, запишу новый видеоурок по вашим вопросам. Всем спасибо. Смотрите новые видео.